Всем привет, дорогие друзья! С вами Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. И в этом видео расскажу о новом открывшемся отеле New City Link. Этот отель ранее был 3 звезды, CityLink, очень такой посредственный, но очень загружаемый и самый-самый дешевый. Его плюсы были, это хорошая-хорошая локация. Он находится на стороне моря, он находится рядом с торговыми центрами Summer Mall, он находится с торговым центром Лето, он находится рядом с площадью еды. В общем, локация у него очень классная. Но ранее туристы его, конечно, старались уже потом обходить стороной, потому что был очень уж старенький отель, и, соответственно, питание в нем было кола и бургер. Еще один момент по завтракам. Завтраки здесь не по системе шведский стол, здесь завтрак это фастфуд. Это выдаются булочки какие-то наборы, да, и, соответственно, напиток. На сегодня прошел год, его полностью реновировали. На сегодняшний момент у него сменились владельцы. Целый год его ремонтировали, делали полную реновацию номеров, лобби и так далее. Это получился абсолютно новый, качественный, свежий отель New City Link. На сегодняшний момент ему менее чем полгода. Он открыт, действует и принимает гостей, в том числе из России. Заходим, смотрим. Кто помнит мой первый обзор, наверное, уже видит изменения. Очень сильно все изменилось. Особенно лобби. Посмотрите, какое она стала. Она стала совсем другое. И это уже не те 3 звезды, которые были. Помните, все пластиковые стульчики и так далее. Смотрите, какой добротный ресепшн. Здесь работает кондиционер очень прохладный. До этого здесь было очень жарко и душно. А здесь появился мини-бар, лифты. Понятно, что конструкция здания осталась та же, но ремонт сделан полностью, полностью с нуля. И я вас уверяю, это совсем другой отель. Ну вот, мы уже смотрим с вами номера. Слушайте, внутри тоже все поменялось очень сильно, даже в коридорах уже заметно. Ну, новый свежий отель, что здесь скажешь. Что, дорогие друзья, начинаю вам обзор номера. Номер этот будет трипл, то есть на троих, то есть трехместный. А мне в этом отеле везет, как я не приду, здесь почему-то не убрано. Он очень загруженный тоже получается на сегодняшний момент. Но я думаю, вы поймете так. Смотрите, здесь 3 большие разделенные кровати. Соответственно, окно с видом на дорогу. Здесь балконов нет в этом отеле. Все номера без балконов, но работают кондиционеры и так далее. Слушайте, но вот стены, как говорится, остались, а номера стали абсолютно другие. То есть номера свежие, чистые, опрятные, это да. Ну, только что здесь беспорядок, но это, думаю, и так нормально. То есть вы все поймете. Чайник, все принадлежности, холодильник. Здесь, соответственно, душевая кабина, туалет. Ну, в общем, все понятно. Не буду сильно долго грязным номером показывать. Пойдем еще посмотрим пару номеров. Ну вот, теперь я вам показываю уже чистый, убранный номер. Совершенно другой. Он двухместный, с большой двухспальной кроватью. Также туалет, раковина, душевая кабина здесь. Здесь ванн, как таковых, таких нету. Холодильник здесь все присутствует, чайник. Вот такой чистенький, свеженький номер, уже убранный, как вы видите. Большая двухспальная кровать. Большой плазменный телевизор. Все чисто, хорошо. Здесь вот тоже они без балкона, как вы уже поняли. Вот вид на торговый центр. То есть я говорю, локация у этого отеля очень удобная. Вышли, и здесь все у вас близко, рядом и так далее. Вот, кстати, кого интересует ананас, вот он, желтенький ананас. Вот это отель Линда Севью. Ну вот, здесь, соответственно, вот у нас торговые центры, там площадь еды, вот там парк, и вот позади нас, соответственно, море. В общем, номера сильно изменились в лучшую сторону, здесь ничего не скажешь. Цена данного отеля, конечно, тоже поднялась немного, но я думаю, кто хочет вот новый свежий ремонт, вот многих это есть запрос, это тот самый вариант. Ну и, соответственно, такой же номер, только с 2 раздельными кроватями. Начинается все то же самое, туалет, раковина, душевая, также холодильник. Номер абсолютно такой же, но здесь 2 раздельные большие кровати, то есть для тех, кому нужен вот такой вариант размещения. Вид здесь также городской, с видом здесь на дорогу он выходит. Стеклопакет хороший, шума никакого я вот такого не ощущаю. Окна открываются. Соответственно, что у нас также, как говорил, здесь отель Линда рядом для ориентира. Но сейчас вопрос о номере. То есть видите, да, все чистое, новое, свежее. Такое ощущение, что здесь вообще только-только все открылось. Ну, действительно, отелю всего полгода, поэтому здесь все новое. Вот здесь у нас на 3 этаже зона ресторана. Напоминаю, что ресторан здесь сильно изменился. Раньше здесь было бургер и кола, теперь здесь абсолютно нормальное питание, шведский стол. Вы спокойно можете прийти, покушать, уже
больше выбор меню. Сейчас вам зайду, покажу. Конечно, завтрак уже закончился, но сам формат размещения, сам ресторан вы уже увидите. Ужин здесь не проходит, здесь только завтраки. Ну вот, смотрите, такой здесь ресторан. Здесь не очень много посадочных мест, но и отель достаточно небольшой. Поэтому уверен, что всем хватит. Здесь вот зона выдачи еды, как вы видите, да, здесь, понятно, небольшой ассортимент. Это все-таки 4 звезды отель, ранее был 3. Поэтому есть меню немного, но достаточно большой выбор появился, в отличие от раньше, когда здесь был просто бургер и кола на выдачу. Поэтому все хорошо теперь стало. Многие меня спрашивали в отелях, где нет балконов, где сушить белье. Вот в отеле CityLink решили вот так вот вопрос. Есть специальная зона, сушилка на улице, на 3-м этаже, рядом с рестораном. Она в таких пальмочках стоит. Также есть стиральные машины, абсолютно бесплатные. Пожалуйста, пользуйтесь, стирайте вещи, развешивайте, сушите, никаких проблем нет. Ну вот, дорогие друзья, я показал вам отель New CityLink. Он действительно новые, свежие номера. То есть все стало хорошо. Если раньше были замечания по номерам или были замечания по, соответственно, питанию, то сейчас абсолютно замечаний нет. Отель начал очень сильно подгружаться. Ранее не очень много было туристов. Сейчас уже все сообщают, что туристов стало гораздо больше. Приезжают сюда туристы из Казахстана, из Украины, говорят, из России тоже стали. Ну и, конечно, китайцы тоже здесь размещаются. В качестве резюме скажу одно. Этот отель находится очень локально, удобно и в центре. Поэтому, если ваша цель жить максимально близко к центру, это как раз тот вариант. И еще сейчас могу заметить, что он очень новый. То есть, по сравнению со всеми отелями, наверное, это сейчас самый новый отель. И вообще, я бы выделил 3 отеля. Это CityLink новый отель, отель Dodong Hai новый отель и Bahong Building 3. Это 3 новых отеля в бухте Dodong Hai. Ну, а я напоминаю, что я занимаюсь турами, оформляю их по всем правилам, нормам, законам и так далее, с документами, чеками и так далее, онлайн по всей России. Поэтому смело можете прямо сейчас написать мне WhatsApp, оставить заявку свою на сайте моем. В общем, как удобно, свяжитесь со мной любым способом, я вам порекомендую тот вариант размещения, который подойдет именно вам. Ну а что, смотрите мои видео дальше. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. Увидимся в следующих видео.